Доброе утро. Пока родители кушают, пушистики спят. Может, это самый большой котеночек. Мне им каждое утро говорю: доброе утро. Надо глазик сейчас ромашечкой, наверное, промыть. Видите, один глазик открывается, второй нет. А? Бьонда, просыпайся. Не хотите просыпаться? Нет? Не хотите показаться нам, какие вы красивые, а? Ой, как глазки хорошо открыл, какие чистые глазочки. Ой, какие чистые глазочки такие. Ой, какие у нас носики, как у папы носик, приплюснутый. Красивый носик, на папу похож, да? Вы же такие няшки. Так, а что у того с глазками? Ну-ка, покажи нам твои глазки, самый маленький котенок. Ага, один глазик открыт, другой надо, чтобы она его это подлизывала. Они глазки закисают у этих у персидских котят. Ну, потом будет все хорошо. Так всегда, в большинстве случаев. А я что, девчонки, а я что? А я что? Я... Карла сегодня звонил, телефон разрывался с самого утра. Все его поздравляют. Вот. Карлос довольный, что все его поздравляют. А я что? Я иду разогревать себе супчик, хлебушек, майонезик, чесночок. Боже, сколько я чеснока ем, бедный мой желудок. А он не вреден для организма в таких количествах, мне просто интересно. Ну, не вреден в таких количествах. А, так вот. А, так. На ножках старается держаться, надо бокс уже заказывать. Я нашла на Амазоне бокс. Манеж для них. Все, думаю, может, рано еще заказать. Иди, Мару, ты покушала уже? Все? Я ей глазки помыла, иди. Ложись к деткам, ложись. 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 Ложись к деткам, ложись. Не надо ко мне сюда лезть. Ложись. Глазки только что помыла. И сейчас надо звонить, заказывать еду, потому что я вчера так и это и не заказала. А погода у нас просто шикарная. Погода просто шикардос. Нечего сказать. Просто не погода, а просто сказка у нас. У нас весна, у нас лето настоящее. Только что звонила Клеопатра, ее дома нет, наверное, потому что не отвечает мне на телефон. Я у нее спросила, говорю, хочешь лук? Она говорит, да, я заберу. И надо ей лука дать, потому что мне сказали, что... Я читала комментарии, сказали, что лук можно есть после 10 дней, после удобрения. Но мне сказали, что он не может расти вместе с Анюткиными глазками, что он не даст ему размножения. Поэтому вот они. Доброе утро, цветуськи. Чё вы? Цветете и пахнете? Где там синий цвет красивый? Вот он. На меня смотреть надо. Куда вы поотворачивались все? Дурдом веселка. Где вы все такие маленькие? Боже, какие красивые цветы. Надо Клеопатре сейчас этот лук весь отдавать в пакет. А земля у меня, кстати, есть. Надо земельки или разровнять, или землю добавить. Так, ладно, что я делаю? Я разогреваю супец, который у меня остался. Я его сварила, правда, вчера вечером. Седану вынула, курочка, грибочки, морковка, картошечка. Все, как вы любите, девочки. Так, девчоночки, ну что? Сок, хлеб, чеснок, последний лучок. Вот в этом магазине, куда я хожу, в маленьком, там нет этого зеленого лука. А в том большом магазине, ты бы видели, какие там очереди. И супец. Курочку, которую я вчера купила, ножку, одну ляшечку я сюда, это самое, бухнула. Грибочки. Я люблю, чтобы в тарелке было видно. Грибы. Я люблю, чтобы в тарелке была видна морковка. Еще 10 раз вам уже повторяла, вы мне пишите, как крупно. Единственное, что здесь не хватает. Или же зеленого лучка, вы вот такого вот сверху бы я порезала. Или петрушечки, понимаете? Ну вот. Это седану. Я варила просто бульон седану, поэтому я его не ем вареный. Кстати, я его люблю очень, когда он сырой. Вот так вот. Добавляем туда перчик. И все. Пища богов готова. Приятного аппетита всем. Так, девочки, смотрите, этот самый.
Говорили, выкинь, ну что, камера, да, наверное? Ну, протерла камеру, да, вчера, да. Писали в комментариях. Смотрите, вот писали, выкиньте, да, этот сучок, смотрите. Вы не представляете, какой он будет красивый. Знаете, сколько тут отростков. Видите, как пробивается. Так, что я делаю? Саша готовит себе ньокки. Саша, здоровайся со всеми. Привет. Саша делает ньокки. Ты знаешь, где этот самый лежит? А, там мальчик у тебя, да? У меня Миха, мама с мальчиком, да. А, вон там прищепки закрыты. Там, на, возьми вот эти большие прищепки. О, вот ты себе наваляла. Там и баста. Слышишь, закрой, хорошо, хорошо закрой. Тянь, шарфай. Смотри, шарфай, мама. Смотрите, что я делаю. Мне уже позвонила Клеопатра, говорит, ты мне лук обещала. Вот, и что я делаю? Я просто лучок сейчас этот вырываю. И она сказала мне, говорит, ты мне обещала лук. Представляете, с утра меня разбудила. И говорит, и если есть, дай мне чеснок. Конечно. И говорит, девочка, у меня, говорит, есть знакомая, говорит, такая, ого. Это у меня, говорит, есть знакомая, говорит, она, говорит, всех обхает, говорит. Как Иванова. Девочки, я констатирую факты. Вот все, что у меня в жизни происходит, я с вами как на лавочке разговариваю. Вот просто я вам рассказываю, что у меня происходит. Так, эту земельку сейчас надо здесь поправить. И там вот еще где-то есть лучок. Мне сказали, что не будут расти. В скамейке, Саша. На ракет. Так, все. Так что надо сейчас ей еще чеснок дать, позвонить ей, чтобы она спустилась и забрала. Все. Пусть растет теперь. А, при, там. Все, лучок собрала. Сейчас ей дам чесночок. Вот у меня есть чесночок. Немножко дам ей. Пусть, может, она его садить будет, я не знаю, может, она его есть будет. Ну, без понятия, я чеснока много и много, очень много ем. Я всегда любила чеснок. Мне мама в детстве колбаску ложила розовую. София розовая колбаска называет. Она называлась Останкинская. И типа кусочек батончика. Потом чесночок мелко порезанный был. И мама прятала в хлебушек его и колбаску давала. И вот так вот таким образом она меня просто приучила. Так, 8 очень много. Пронт, мама. А, ну давай. Это в пластику, как раз пластику будем вот кидать. Я потом уберу, Саш. Ну, а ты надолго. Мне все равно сейчас надо еще посуду загрузить в машину. Чего я не могу? Так и ты же лаванча. Да, сейчас я начинаю убирать. Холодную надо открывать. Молодец, видишь, как ты справляешься. Да. Боже, Саша, кто будет гладить вот это там трековку? Ты или я? Ты же хотела на днях погладить все. Что? Что-то стираю ворону. Так, Саша будет обедать. Как у тебя волосы выросли, Саша? А что ты в кофте? Тебе холодно, что ли? Я во фрейду. Что, попадала, что ли? Си, уно. Капец. Масса, сон троппи. Ты вон по? Я не ем ньокки, мне не нравится. Попробуй. Мама. Куда ему? А еще здесь лучок, еще один лучок. Да. Волі фрателло, дичі. Дай, дилло, дай, 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 дай
Клео, гварда, я делала тебе мясо, гварда. Апри. Тебе мясо ли спиначи. Perché deve mangiare. Una volta era scaduta, eh. No, no, deve mangiare entro 19. Ah, ok. Oggi domani 19, ma. Allora. Senti qua. Ma che cazzo si fa? È vero. Ma come che si chiama il gatto? Come che si chiama il gatto? Sì. No, il gatto che pregna quelle lì. Mamma mia. Il gatto giallo, come si chiama il tuo gatto? Simone. Di Simone. Ma cosa di Simone? Dai, vai, dobbiamo. senti, la sai quanti auguri hanno fatto a Carlo? Te non hai idea. Carlo contento, Dio buono. È contentissimo. Che bello. Hanno fatto gli auguri oggi. Tutto... Che sei un maschio. Oh, Cleopatra. Mamma mia. Che bella. Sì, ora mi vado a preparare e vado a pulire. C'è da pulire la casa. Non fare tanto sforzo, eh? Eh? Non fare tanto sforzo. Ti hai pintato tutto quello che volevi? Sei bella, sì. Guarda, ti crassiva, Marina. Mamma mia, ti sei dimagrita tantissimo. Mamma mia. Aspetta. Pancia non ce l'hai proprio. Класная физику. Красивая. Молодец, Клеос. Вия, гварда еще, perché io. Ma se non lo metti quella cosa, eh? Eh? Non lo mettere in giro, eh? Il video non lo mettere in giro. Sì. Vai. Ma auguri, eh? Grazie. Auguri, ma. Ah? Cosa dice? Auguri a Simone. Ah, grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Сидят такие перепуганные. Сейчас убирать начинаем. Агури! Приятно... Приятного аппетита, Саш. Grazie. У тебя еще вон одна упала. Чего у тебя все вываливается с тарелки? Агури, мам. Ешь, Саш. Ты это все съешь? Ужас. А что ты супчик не хотела кушать, Брудина? Ты сейчас будешь помогать мне убирать? Надо сначала машинку загрузить. Мам, можно приварить эту Не, мне надо сейчас... Можно, можно. Все, отдала, короче, я ей лук. У меня там оставались эти самые... у меня там оставалось... как они? Спиначи. Не спиначи, спиначи, да. У меня оставалась пачка, их надо съедать вовремя. Вот. Ну, пусть ничего, лук все посадит. Ой-ой-ой. Мои красивые цветочечки. Саш, ну что ты, вот что ты всем рассказываешь? Фрателло. Садись, ешь, убираем, начинаем. Я иду воду наливать. Все, будем сейчас убирать. Да, я сейчас в туалете, надо пол помыть. Я коврики постирать. Нет, конечно. Так, девчонки, что мы делаем? Мы начинаем уборку. У меня уже водичка налита. Вы ж поели? Нет, начинаю убирать, кошки пособирались. Эта швабра очень классная в том плане, что, конечно, лучше всего... Пол мыть это на коленях. Но сейчас не до коленей, поэтому протираю. Тем более, знаете что, я его не мою, я его протираю. Потому что, в принципе, я его мою, протираю несколько раз на день, он не грязный. Ну, уже привычку вошло. Тут независимо, что были собаки, что не были собаки. Кстати, там в комментариях под предыдущим видео написали, что типа, ой, типа... плагиат Самвела, пересмотреть Самвела, вы знаете, вы на этом Самвеле уже помешаны. У вас что, вы понимаете, у вас уже ничего прям на ютубе сделать нельзя, вы во всем, но это, конечно, хорошо, что у него есть такие фанаты, которые его видео затирают до дыр, так скажем, в хорошем смысле слова. Это, конечно, очень хорошо, но вы уже просто все, вы уже чересчур прям фанаты фанатами.
Дайте людям другим дышать свободно. Что ж вы постоянно с кем-то сравниваете? Во-первых, я хочу вам сказать, что это не обидное сравнение. Он, я считаю его гениальный артист. Не в плане там оперного театра. Я не разбираюсь в опере. Мне как-то все равно, что он там поет. Я не люблю оперу, мне не нравится. Вот. Я ее не смотрю, не хожу в театры и все остальное. А в жизни, он по жизни артистичный очень, поэтому и харизматичный. Поэтому, если вы меня с ним сравниваете, это для меня, знаете, вы мне льстите. Я считаю, что у него все прекрасно. Прям ничего сделать уже нельзя. Прям, что бы ты ни сказал, что ты не... Все, у меня вот там вот открыто окошко, это самое быстренько этим самым. Оно сейчас там быстренько все проветрится. Погода хорошая, дома сидим, жесть, чем захочем заняться, да, нечем. Слушайте, вот это вот что нечем заняться, это все фигня. Есть углы, куда залезть, есть вот там вот можно помыть полочку под раковиной, ну, она не грязная, но можно помыть. Три кофты погладить. Лень. Я постираю сейчас коврики, я... Коврики с ванной сняла, отсюда коврик, где кошки кушали, они там кушают на коврике, чтобы лапкам было не холодно. Поэтому это не тяжело протереть пол, я считаю, что вообще это очень классно. Когда у меня детки бегают в носках, я их ругаю, постоянно. Мы ругаемся с девчонками всегда только за двоих вещей. Помыл руки, один тапки. Помыл руки, один тапки. Потому что даже если пол чистый, они все равно бегая, мне собирают какие-то ворсинки, какие-то погрешности половые, понимаете? И потом несут все это в кровать, потому что на кровати заваливается. Кстати, писали за Софию еще, вот, кстати, был комментарий, что София не живет дома, что она живет с парнем, и мы это все скрываем. Слушайте, я вам честно говорю, я на ютубе настолько все рассказываю, то если бы София начала бы жить с парнем и ушла бы жить с парнем, я бы сказала, что София начала жить с парнем. Не знаю, правильно это или неправильно, но вот я разрешила. Я бы это сказала. Так что никто ничего не скрывает. Она, кстати, сегодня пошла платить Сашина, сейчас пошла платить Сашин этот самый репетиторство. Там написали: Марина, что вы в онлайне делаете? Дело в том, что я не умею. У меня нет банковского счета. У меня только карточка Постапэй, я не знаю, как его там онлайн все платить это. Конечно бы я его платила онлайн. И потом она должна забежать в аптеку, купить кошечкам вот эту вот промывалку для глазок, у меня заканчивается. Несколько раз туда-сюда обратно, типа, все, сейчас звоню, мне надо заказать еду, блин, я уже ее выставила на этот самый, на видное место, мне еще мои тапки бы постирать надо, вот это вот такой вот пакет, он у меня уже, ну там есть еще сколько, мне на 3 хватит, но надо заказывать, я его поставила, и сразу бегу, так, а ну-ка, отбейся отсюда, кормила же с самого утра, и глаза всем помыла, только Филиппу не помыла, потому что Филипп не пришел на завтрак, у нас потом завтрак. Кика, ну вы же только что ели, услышали пакет, шорох пакета, блядь, прибежали. Это не шорох, это я пакетом прошелестила, прибежали. Но я сейчас закажу другое, мне не нравится это. Мне не нравится, как они это едят. Так, все. Пол помыть, что я делаю? Сейчас я здесь замету. А, девочка мне посоветовала постирать, говорит, вы же ходите в магазин, я забыла. Сейчас как раз я с ковриками, с тапочками брошу стирать эту вот сумку, с которой я ездила. Магазин. Сейчас я ее простерну. Вот. Обязательно ее надо постирать. Не все. В моей комнате тоже пройдут один раз. И все, девчонки, все. Все. Кусок.
Можно было бы дверь открыть, чтобы быстрее было, но у меня там открыто окошко. Вот это вот, кстати, оно чистое. Можно было бы залезть и помыть дополнительно. Я его протираю даже этой тряпкой. У меня тряпка чистая и вода у меня чистая, потому что полы чистые. Вот, так что, София, не выдумывайте, понимаете? Мне приходится вас блокировать, потому что вы даете ложную информацию. Зачем? Спросите меня в комментарии. Марина, а где София пропала? Может, она с мальчиком? Я вам расскажу. Там, кстати, я в видео, несколько видео назад, я говорила про Софию. И кто? Я потом читала комментарии. А что так тихо? Давай. Это Синди Крокер. Вот. И там, кстати, я когда говорила за Софию, там все поняли. Ну, не все, а некоторые девочки обратили на это внимание. И потом в комментариях написали. Я прочитала сначала один комментарий, я написала, вы знаете, вы только одна из всех людей, там 30 тысяч просмотров или 40, или вы... Единственный человек, который это заметил, она говорит, я еще заметила это в предыдущем видео. Поэтому то, что я когда ляпаю, я все нормально ляпаю. Все нормально, у меня все под контролем. Все, девочки, смотрите, какой у меня получился полчик на носочках. Ну вот видите, на носочках прошлась все. Ой, эмэй. Все чистенько. Красивенько. Все, девчонки, не ругайтесь, но пасторам миру мир, это однозначно. Всем счастья, здоровья, всего самого хорошего. Берегите друг друга, оставайтесь самими собой. Не в кого не прогибайтесь. Кто-то идет, а кто это? Тут сама разговаривала. Не знаю, кто. Все, Саш, давай вставай, я начинаю у себя убирать. А, мне до того, в машинку запихнуть. Так, открываем эту самую. Я одной рукой не открою. Так, берем одну вот такую, здесь уже и кондиционер, и отбеливатель, и все. Кидаем, закрываем. Мало вам того окна, да? Сидит красотка. Одного ж окна мало. Сидит. А куда ты там смотришь? А? Куда ты там смотрела? Что там такое? Сейчас сидишь тут. Все, машинку включила, пошла я. Так. Бакс, что тебе не сидится, что ли? Господи. Сейчас ковричек постелю им. И все. Они у меня на ковричках едят. Я старые коврички не выкидываю. Кстати, этому коврику очень много лет. Еще София была маленькая, в нормальном состоянии. Нила заказала коробку песка. И заказала им еду. Единственное, что другую еду заказала. Девочки, вы писали, там нельзя так резко переводить на другой корм. Девчонки, они этот корм едят. Это хороший корм вот этот. Но они не едят его так, как они едят другой корм. Видите, вот этот корм они едят. Видите, как он кушает. Молодец. Симочка, мы тебе глазки помыли. Иди сюда, кушай. Видите, как на ковричке кушает. Им удобненько. Ну вот, они едят этот корм. Но не с таким фанатизмом. Ну, скажем, не с таким фанатизмом, как другие корма. Он говорит, у нас, говорит, это самое, сейчас нету поступлений, и есть только вот для стерилизированных котов. Я у него этот корм взяла, он намного просто, немножко просто легче, чем другие, да, корма. То есть ничего страшного, если кошка кормит, что для котов, которые кастрированы, корм наоборот даже лучше, потому что он намного легче. Вот, и потому что, говорит, у нас ничего нету, нету поступления. Он говорит, поступления нет, говорит, и таким образом у нас нет выбора. Мы, говорит, не можем продавать ни цветы, ни землю, говорит, ничего. Но сейчас он придет, я у него сейчас еще нормально спрошу, не по телефону, а так вот, я не хотела его отвлекать, а я спрошу, что он имеет в виду. Потому что вот этот корм, он хороший, многие девочки писали мне, что это хороший корм, такая огромная, огромный пакет. Они его едят, но они его едят, потому что надо есть. Я не вижу такого, знаете, вот прям этого. Вот хорошо ели Пурину, он говорит, Марина, ни Пурину нет, ничего, говорит, вообще ничего нет. Единственное, что осталось, вот этот вот корм, который остался, и все. Я говорю, ну они его едят, но я просто вижу, что они его не так едят, вот как вот им нравится. Ну, в общем, заказала, должна с ней привезти. Все, девчонки, все, я помыла полы, видите, все, полы помыла, все. Мне даже полы помыть намного легче, чем приготовить что-то. Кстати, у меня осталась еще капусточка, не знаю, что я себе сегодня буду готовить на
на ужин. Я, наверное, сейчас прихомячу вот этот тортик. Видите, у меня тортик остался. Прихомячу немножко тортик. Все, девчонки, всем пока-пока. Не ругайтесь в комментариях. Всего самого хорошего, самого доброго. Немножко весны вам в ленту. Пусть у вас будет все хорошо. И замечательно, красиво. Садите цветы, оформляйте свои окна. Не ленитесь, живете один раз. Так что оформляйте цветы, это радость, цветы это радуга жизни, как и дети. Цветы это радуга жизни, когда они на других грядках, какое-то выражение было, не знаю, сейчас я зацеплю, чтобы мошки не залетали. Все.